ステーション。What did I tell you? No one can touch me. You ain't that lucky, bastard. Wait. No! Привет, бандиты! Перед тем, как начать ремейк «Мафии», я решил посмотреть и почитать, что там про нее думают профессиональные игрожурналисты. Кто-то склоняется к тому, что это достойный проект и честь оригинала не была посрамлена. Кто-то утверждает, что многое было изменено. Но есть кое-что общее. Авторы неизбежно проводят параллели с игрой «Mafia: The City of Lost Heaven» 2002 года выпуска. И возникает вопрос, проект-то культовый, не влияют ли на оценку ностальгические теплые чувства и некая предвзятость? Что ж, я смогу вам дать альтернативный взгляд на всю эту ситуацию, так как в свое время эту игру я просто-напросто пропустил. Как это вышло, я толком не могу ответить и уже не помню. Не было у кого взять диск, игра не работала и все прочие прелести гейминга тех времен. Зато сейчас это отличная возможность взглянуть на игру как на полностью самостоятельный проект с учетом современных стандартов. Мой взгляд будет не предвзят. К тому же перед нами не просто ремастер, где текстурам подтянули разрешение. Разработчики из Hunger 13 фактически воссоздали игру с нуля. Нарисовали новые текстурки, модельки, дополнили дизайн локации и переработали облики персонажей. Короче, работа проделана не маленькая, чтобы было красиво и актуально. Если исходить из того, что я знаю про «Мафию» и из общения с теми, кто в нее играл, ремейк действительно удался. Грубо говоря, разработчики сделали все то же самое, просто в новой красивой обертке с некоторыми изменениями. Не сильно глобальными, чтобы, если что, их фанаты не съели. Но вот, являясь человеком, для которого это полностью новая игра, не скажу, что все так гладко. Визуально проект выглядит неплохо, и выше этого неплохо он не прыгает. Картинка приятная, но на что-то выдающееся не претендует. По современным меркам приемлемо, и главное, что игра отлично погружает нас в свою эпоху. Америка 30-х, Великая депрессия и Сухой закон. Эту эпоху в видеоиграх редко можно встретить. Да и в конце концов, где еще можно покататься по этим улочкам на раритетных тачках, а? Дизайну мира у меня есть некоторые вопросы. Может, только у меня, но я говорю о своих впечатлениях, правильно? Локации, конечно, обросли деталями, новыми текстурами и всеми прелестями прогресса, но окружению как-то не хватает размаха, все как-то слишком компактно. Да, это ремейк, но раз уж вы так запарились, то можно было бы сделать как-то попросторней. Очень редко встречаются места, где чувствуется старенькое построение уровней. Хотя это я мог себя накрутить, потому что я скрупулезно всматривался и все анализировал. А помните «Мафию 3» и какой ад творился на релизе. Поэтому, наверное, стоит поговорить про техническое исполнение. Шо по багам, как говорится. У меня на PS Pro ничего сверхъестественного не происходило. Иногда были забавные моменты, гличи, но ничего смертельного. Еще дальность прорисовки у меня тоже хромала, не знаю почему. Но главная беда игры — это отражение, ведь работают они со скрипом. За это, наверное, нужно сказать спасибо движку от «Мафии 3». Ладно, как выглядит, разобрались. Как играется? Геймплей я могу описать так. Он по-хорошему олдскульный. В игре нет никакой прокачки, никакого крафта, никакого изучения локаций, никаких модификаций на оружие и прочее. Она простая, как две копейки, и можно сказать, местами линейная. Ну, в том смысле, что вне скрипта вы ничего не сделаете. Знаете, это мне даже понравилось. Иногда хочется поиграть во что-то прямое и не переживать, что ты что-то где-то не прокачал, вот и умираешь на каждом углу. Тонуть в куче механик, которые можно забыть пару дней, не заходя в проект, я не сильно люблю. К тому же, в оригинале ведь, скорее всего, было так же. Игровое время мы будем проводить за баранкой или сидя за укрытием, отстреливаясь от врагов. Вождение в игре занимает важную роль, это основная фишка серии. Кататься по городу вы будете часто, а разработчики предоставляют вам возможность достаточно гибко настроить параметры вождения под себя. Хотите ли вы суровый реализм с переключением передач и проработанной физикой поведения машин, или так, зашли просто покататься. Для самых юных вообще есть возможность пропускать поездки. Рулить в игре поначалу было непривычно, машины управляются тяжело,
они огромные, неповоротливые и медленные, их постоянно заносит, а врезавшись пару раз, они и вовсе ломаются. Вождение у меня вызывало, скажем так, проблемы. Я не понимал, чё все так сложно, а потом осознал. Так в то время вообще-то машины и были медленными, огромными и неповоротливыми. В общем, получилось даже атмосферненько, так что тут разрабам респект за сохранение аутентичности. Я, понимаете ли, привык к трэшу и угару GTA, где ты скачешь по скалам без последствий. Но не в этой игре, тут все сурово и срезая по бездорожью можно легко застрять. Все становится интереснее, когда вспоминаешь, что вообще-то тут еще есть и полиция, которая на высоких сложностях докапывается до тебя даже за превышение скорости. А побег от фараонов и вовсе иногда становится серьезным испытанием. Как и та гонка, да, она есть и в ней нужно победить, и она заставила меня попотеть. И, честно говоря, мне сложно представить, что творится на сложности классической, ведь там все вообще хардкор в квадрате. Когда мы передвигаемся на своих двоих, игра становится типичным шутером с укрытиями. Отстреливаем вражин, прячемся, ждем, когда кто-то высунется и так по кругу. Процесс этот не из легких, да и врагов обычно много, так что всегда есть стимул затащить с минимальными потерями хп. К тому же здоровье не восстанавливается, что сводит мои олдскулы и заставляет рыскать по локации в поиске аптечек. Боезапас ограничен, стволов немного, на пролом бежать нет смысла, вы не терминатор. Стрелять в игре приятно, а вот враги, нет, они неприятные. Они могут сутками сидеть за укрытием и оттуда же не глядя снести вам башню. Противников можно раскидывать и в рукопашку, есть даже отдельные специальные секции, где вы вооружены лишь своими кулаками. Но драки в этой игре мне не понравились. Разработчики, конечно, всячески пытались их сделать красочными, чтобы они смотрелись динамично, но все сводится к затыкиванию клавиши удара до тех пор, пока не появится анимашка добивания. Нередко в игре встречаются стелс-уровни, вы можете прятаться и скрытно валить противников. Все, на этом весь стелс. Полностью бесшумно такие секции пройти все равно нельзя, скрипт не позволит. К тому же у вас в арсенале ничего нет, чтобы даже те миссии, где сюжет располагает пройти по-тихому, вы прошли по-тихому. Мне кажется, можно было дать герою возможность отвлекать противников, чтобы он там камешек кидал или еще что свистел, может быть. Ангар 13, ну где проработанный стелс? Видимо, он в сделку не входил. Хотя тут, наверное, во мне проснулся любитель Хитмена. Томас Анджело ведь обычный громила, а не Сэм Фишер или Агент 47. Вряд ли он будет таскать с собой в кармане кучу камешков для отвлечения и одевать глушитель на ствол. Так что, видимо, это сделано для реализма происходящего, а моя претензия, увы, не считается. Игровой процесс, как видите, у меня частенько вызывал противоречия. С одной стороны, мне все нравилось и я получал удовольствие, но с другой, я мысленно задавал кучу вопросов. Вот почему вот тут так? Почему вот тут не сделать так? Но я забываю, что в первую очередь этот проект является ремейком игры 2002 года. И не абы какой игры, а легендарной мафии. С момента выхода оригинала прошло 18 лет. Индустрия изменилась и появились определенные стандарты, к которым я уже привык. Причем аж даже страшно, насколько привык. Например, если у нас игра в открытом мире, это значит, помимо основных миссий, там должно быть полно бесполезных активностей. Но не в мафии. Открытый мир тут лишь как декорация, в которой нет ничего, кроме сюжетных заданий. Так было в 2002, так осталось и в ремейке. Город служит лишь для того, чтобы глубже погрузиться в атмосферу игры. Lost Haven — это красивый задник. И согласитесь, гораздо интереснее ездить по полноценному городу, а не по заскриптованным коридорам из зданий. В итоге это связывает геймплей и сюжет, позволяет поверить в реальность происходящего. Нет, мир игры, конечно, можно исследовать, зайдя в режим прогулки, но он пустой. По нему можно просто ходить, искать пасхалки или угонять тачки. Такой отказ от полноценного открытого мира с какой-то точки зрения даже логичен. Обычно все эти сторонние активности бесполезны, и после миссии мы катимся на следующее задание. Просто мне непривычно видеть, что после прохождения главы меня не выбрасывают на улицу и не просят ехать до следующей точки, попутно захватив пару вышек и заехав в магазин, прикупив себе новую кепку, штаны или кроссовки. Мафия исключает этот утомительный и в целом унылый процесс. Хотя, если учитывать, какой разнос получили разработчики за то, что в третьей части основными активностями как раз таки и были побочки, в этот раз они, видимо, решили не рисковать. К тому же я уже в сотый раз напомню про то, насколько культовым является оригинал. Взяться за ремейк такого произведения способные, как говорится, только смелые. И, видит бог, Hunger 13 старались. Играя в Definitive Edition, чувствуется, что разработчики хотели создать аутентичный экспириенс для современных платформ. Выйти за рамки просто апдейта текстур и переделать все на современный лад, при этом держась за оригинал максимально. И, по всей видимости, у них это получилось. Но главное, они позволили этим ремейкам приобщиться к игровой классике
все-таки сейчас. Пережить историю Томаса Анджело тем, кто в свое время ее пропустил. Ну, например, мне. Чисто ради этого стоит брать игру, так как сюжетная кампания тут очень хороша. Это просто все, чего можно ждать от произведения с названием «Мафия» в одном пакете. Разборки гангстеров, бутлегерство, автоматы Томпсона, война за контроль над территорией, предательство и все вот это вот. Вместе с Томом мы вступим в криминальную семью Сальери и начнем пробиваться наверх по карьерной лестнице. Но финалы таких историй, как принято, весьма печальные. Да, я насыпал много негатива, и многие вещи не укладывались в моей голове. Но в то же время от экрана я оторваться не мог и прошел все почти за раз. Причем специально на высокой сложности, чтобы экспириенс был аутентичнее, да и удовольствие надо же растянуть правильно. Так к чему в итоге приводит меня моя тирада? Если сухо оценивать «Мафию» по современным стандартам, скажем так, иметь определенные ожидания, вы столкнетесь с вещами, которые я описал ранее. Но игра не про это, она опирается на прошлое и подчеркивает это прошлое. Лично для меня такой подход сработал, как я говорил, она по-хорошему олдскульная. Разработчики оставили прежний костяк и разбавили его незначительными нововведениями. На самом деле 13-му ангару респект за то, что перевыпуская трилогию «Мафия», они решили не идти по легкому пути, а подойти основательно. К тому же они четко осознавали, что делают. Это ремейк старой игры. Одев ее в новую одежду, они могли спокойно попросить full price, но не стали этого делать. Игра стоит 40 баксов. И это за отличный сюжетный экспириенс. Причем, прошу заметить, без сезон пассов и лутбоксов. То, какими игры были и к чему неплохо бы вернуться. Так что в итоге я считаю, что игру стоит приобрести. Напомню еще раз, цена на 20 баксов дешевле стандартной. В общем, это все. Я на сегодня все сказал, так что go ahead, разносите меня в комментах. Кстати, еще напишите, какой ремейк такого рода вы бы хотели видеть. Как по мне, отлично смотрелся бы Max Payne или какой-нибудь Splinter Cell. Спасибо за просмотр. Что делать, если ролик понравился, вы знаете. И про то, что у нас есть еще TikTok, Telegram, Инстаграм, вы это тоже должны уже знать, и если вам интересно, переходите и ищите нас там. Увидимся, услышимся, пока!